первым выездом тебя. Livio, do you remember your very first flight? My very first flight? I was going in Caribbean Sea. I was super young, I was probably like 5 or 6, and it was kind of like vacation. You know, like back in the day it was crazy because it's not like this. Now we're taking plane every single day, going to places, especially as professional, but it was something different. So you have to dress up well, you know, you prepare your bags like 2-3 days in advance. Your parents make you go to the airport like 4 hours before the flight, and then now it's totally different. I like flying, I don't like waiting. Какую музыку слушаешь в самолете обычно? Которая мне спать помогает. Есть у меня, короче, 3 часа. Шум дождя специально вот для сна. Очень такой успокаивающий. Капает, и я просто... Москва! It's so difficult to let them know what this game means. You know, there's going to be a lot of fans here, a lot of energy going on. So I think for me, it's just trying to let them know, and they'll see for themselves for tomorrow, see how big this game is. And we want to win. They want to win all the time. So it's going to be a good game tomorrow. Же молодежка играет, может поедете их поснимать. Проблемы некоторых составов, всего 11 человек в заявке, но благодаря тому, что они бьются за каждый мяч, агрессивно идут на подбор, забирают ничейные мячи, добивают, при этом вот остаются в игре, даже сейчас выходят вперед, впервые, по-моему, с этого с начала матча. Надеюсь, что пацаны удержат этот темп и завершат эту игру победой. Команда, мы не мы ЦСКА. Нет ничего больше. Мы можем что-то там сделать не всегда правильно или где-то ошибиться, но мы не можем не биться за этот мяч из наших 4 буквы. Эта победа, она знаковая. Вот так команда станет командой, а не превратится в группу игроков, которые каждый думает о чем-то своем. Я вас поздравляю, вы сегодня проявили характер, настоящий армейский характер. Браво, парни! Браво, парни, давай! Москва, ЦСКА! Any win on the road is good. Like Coach said, a lot of work, we was able to show character, a lot of things. I'm just happy for the guys today, and I'm happy we got the win, and on to the next one. And I just feel like this is only the beginning, so the season goes on, we're going to continue to get better.
каждой команды есть лидер, у каждой команды есть, как у Зенит есть РТЛ, и у нас есть Каспер, но есть еще 11 игроков, которые играют в защите, подборы собирают, которые делают все, что мы договорились перед игрой. Значит, например, сегодня, я не знаю, если вы заметили, как Руженцев отыграл. Играл хорошо на Кюрика в защите, но и в нападении неплохо. Так что это молодой российский игрок, который большой прогресс делает на наших глазах. Не только Каспер. Мело пропустил месяц от травмы. Я думаю, что месяц был, да? И он сейчас медленно вернулся в форме. Сегодня неплохо отыграл. Так что я не хочу, чтобы зависела команда от одного игрока, но чтобы вы командно играли все в защите и в нападении. План был в том, что нужно все 40 минут играть одинаково, с одинаковой агрессией, энергией. И, наверное, в этот момент, когда они начали догонять, причиной этому стало то, что мы, собственно, не играли с той же энергией, которую мы играли всю оставшуюся игру. Просто нужно было вернуть наш фокус и вернуться в тот ритм, который был у нас до этого. И нам это удалось сделать. И, к счастью, мы смогли остановить этот рывок. Могло остановить то, что мы несколько раз подряд защищались успешно. После этого мы забили, и все, уже в этот момент как бы все подуспокоились, и они остыли. Дальше игра уже была больше в наших руках. Да, конечно. Спасибо большое. Спасибо за игру. Победу вас. ЦСКА всегда будет первым.